С какого парень флота? Вчера на берегу озера Тургаяк состоялось традиционное празднование Дня военно-морского флота Российской Федерации. Все моряки города собрались на праздничном построении. Шествие завершилось праздничной программой. Последнее воскресенье июля на берегу озера Тургаяк прошел праздник, посвященный Дню военно-морского флота. Более 100 моряков в тельняшках и кителях, без козырках и воротниках собрались на торжественном построении. В очередной раз погода приготовила всем испытания. Было прохладно. Но для настоящих моряков это не помеха. В первый раз в параде участвовал Константин Николаевич Чинёнов. Он отдал службе на морском флоте 5 лет. Мне очень понравилось. Поздравляю всех бывших военнослужащих, их жен, детей. Миасс не морской город, даже судоходных рек в нем нет. Но это не помешало более чем 500 людям пройти службу на морских флотилиях России. Один из самых маленьких участников парада, Евсей, пришел на праздник с двумя дедушками. Они оба моряки. Мальчик хочет продолжить семейную традицию. Он пойдет служить в морфлот. Вот так получилось. Два дедушки, и оба моряки. А этот я не знаю, кем он будет. Может, и не пойдет в море. Ну, как-то он уважает. Да, морская традиция, она и есть традиция по жизни. После окончания торжественного парада для моряков был организован концерт. Андреевский флаг объединил всех от мала до велика. Всем городом праздновали День военно-морского флота.